И потом и надо будет шок. Шок хочет отсюда и отклеивать от него сторону, которую... Держи, Лиза. А я понял, как тут надо. Ты понял, потом еще надо... Отклеивать её вот сюда вот или здесь? Вот сюда надо? Нет, нет, нет. Вот. Которая без этого, без скотча, который... Нет. Мы будем делать только одну сторону, которую мы делаем сейчас со скотчем. Мы а здесь поставим. Не будем делать? Нет. Где? Покрывай. Ой. Нам нужно сделать ровную линию. Светлана, промежуток сделать или прямо вот так сюда сделать? Можно с промежутком. Тут можно сделать и с промежутком, и можно сделать без него. На самом деле, девочки, знаете, здесь можно делать и вовнутрь. Я хочу без промежутка. Здесь можно делать и вовнутрь. Андрей, давай я покажу. Можно делать и вот сюда. Посмотрите, девочки, можно. То есть можно, чтобы он заклеился, а и вот так тут остался, а вот ровно шов, и тогда такие уже не приклеивать. То есть так тоже можно сделать. А может магнитики вот так будем делать? А, Андрей, прикрепляй сам. Так. Я думаю, у тебя лучше получится. Потому что с ним, конечно, это я, конечно, зря. Я извиняюсь, что я его забыла. Я уже давно извинился. Вот. Без него, конечно, это не... Блин. Не так хорошо. Он приклеивается сразу, уже не отклеится. Нормально. Еще скотч. Так, что? Как делать? Как делать? Так, как я еще скотч. Тебе еще нужен скотч? Мне нужен. Я сказала, нужно давать. Аккуратно. Так, держи. Так. Только не приклеить. Так, стой. Пока что подожди. А можно мне чуть-чуть скотча? Можно. Все, решили проблему. Подожди. Конечно, можно. А у меня чуть-чуть так получилось. У меня чуть-чуть синяя согнутая вот так получилось побольше. Ага. Ты как много? Так много. Так, кому еще нужен скотч? Мне уже не надо. Я, ой, все. Нам. Я завернул, но у меня не плотно. У меня вот так одно. Мне правильно получилось? Не так? Смотри, вот здесь. У меня так. Берешь, у меня так держи получилось. Сейчас плотно. Плотно? У меня вот так вот получилось. Что вот мне вот с этим делать? Я хочу бантик вот этот. А, плотно получилось? Там вот это все бантики любые. Как... Давай, вот, полка. Вот, 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 хорошо. Вот это. Андрей, получил? Нет, все, подержишь и тянешь. А, ты снял скотч. Смотри, скотч нужно снять. Я не могу снять. Вау. Вон, ты можешь такой взять. Вот, там разные цвет. Для моего больше подходит. Для твоего, какой же цветный. Оно не плотно у меня получится. Нужно, чтобы где больше света? Ой, это чё? Это бантики здесь можно делать? Ой, смотрите, можно... Да, можно я можно, хочу красный, да. Давай, как это делать? Подай, вот тут есть линия. Я вот тоже хочу бантики. Мне нужно красный. Будет, мне кажется, слишком много. Вот тут есть линия такая. Я вот бантики не умею вязать. Вот. И мне нужны бантики. Вам повезло, у вас бантики готовые. А у меня не готовые. Нет, их делать надо. Опа, так. Вот. Тут, как... Тебе какой? Здесь Андрей. Тебе золотой. Мне красный. Красный? Смотри, Андрей. Тебе его сделать? Да. Так, потом еще вот... А как вот эти закреплять? Как, за... как вот эти прикреплять? А, не, он чтобы он не это. Держи. Не распа... это чтобы не распадался. Ой, а можно оставить вот эту еще? Зачем вот это закреплять? Я хочу оставить вот эту. Можно клеить? Пока все завяжи. А тут два нужно, что ли? Тут два бантика нужно. Нет, один. Можешь, подожди, 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 Андрей, сейчас я заклею. Не спеши. Как вот это вот? Да, блин. Как вот это приделать, чтобы не развязывалось? Вот теперь здесь просто завязываем бантики. Развязался. А бантики? Да, можно завязать вот такие бантики, которые завязываете. А можно завязывай. А мне как? А может два бантика приделать? А еще вообще для фокуса. Смотрите, девочки. До украшения мы сейчас дойдем. Подождите, не спешите. Смотрите, сначала вот здесь по краям. Как вот это вот? Можете завязать либо по бантику, эй, а как вот это либо просто ленту. Мама, а как вот это еще такое? Ты слышишь?
Андрей. Да. А как вот это? Вот, смотри. Бантики можно сюда привязать. Ты можешь либо бантик, либо просто ленточку. Мне ленточку надо вот сюда. Ленточки вот, надо вот сюда привязать. Смотрите, либо вот так бантик. Мне бантик надо два, смотрите, потому что еще вот сюда. Смотрите, надо. Девочки, вот да. Либо вот так с одной стороны и с другой мне, стороны. Да, мне так нужно, чтобы вот это завязать. Или просто ленту, просто лентой вот так вот завязали. Да, и тоже можно вот оставить. А можно разными цветами бантики? Ты умеешь завязывать, Андрей? Нет. Бантики можно разными просто... Можно, конечно, все что угодно. Красивее было. Смотрите. Красивее. Красивее. А, ну ладно. Красивее. Так. Есть разница. Красивее неправильно. Мне скотч да. Нужно. Не по-русски. Знаете, ребят, когда вы шумите и галдите, я ничего не могу вам сказать и не могу ответить. Поэтому, если вы хотите от меня получить какой-то ответ, говорите, пожалуйста, по одному. Договорились? Я еще давай, разрываться давай сразу на всех не научилась. Давай руку поднимать. Вообще это отлично. Можно. Поднимать руку – это самое правильное решение. Это как в школе. Да. Я слушаю тебя, Андрей. Так, что надо мне платить, я придумаю. Скотч тебе еще нужен. А тебе скотч нужен зачем? Ты что хочешь сделать? Я вот это хочу прямо примотать, отклеить вот эти стороны и ленточки привязать. Смотри, если ты хочешь туда сделать ленточку, тебе скотчем обматывать вот это дело совершенно не нужно. Смотри, ты берешь просто ленточку. Она не привязана. Смотри, ты берешь просто ленточку. А ленточка сама привязана? Она на скотчик? Сама она не привязана, ее нужно будет привязать. Сама привяжется. Смотри, смотри. Она прекрасно сама может обвязать. Вот это бантик она привяжет. Здесь хочет здесь. Здесь в одном здесь. Месте. Можно в нескольких местах. Можно, смотри, как обвязать. А у тебя, смотри, осталось лента. Ты можешь вот так обвязать, вот смотрите, девочки, вот такой, например, вариант. А вот тут те, которые лент. Нашла, все а здесь. Вон, остальные лент. Где-то. А лент. Вот же я их надеюсь найти в ближайшее время. После праздников куда-то под коробками, наверное. Хорошо. Где так, какие у нас здесь цвета? Красный, зеленый. Можно пока на паузу поставить? На помощь. А красную можно? А красную можно? Красивее, Таня. А вот такую можно? Еще одна красивее. Как? Ну, только, а как ее обрезала? Можно было а делать, можно, просто ее разрезать на несколько частей. Будет некрасиво было. Нет, вот так вот. Мне она не нравится. Я по своему вкусу. Все, что я сюда принесла, все можно. Раз я принесла, значит это можно. Только вопрос в том, будет ли это красиво. Ой. Вот, ты слышишь? Я наклейки хочу всего три штуки. Не переживай. А наклейки мне всего три штуки надо. Я так взяла. Это все неправильно. Вот так. Это твоя конфетка, Таня. Вот моя конфетка. А вот моя конфетка. Гринка, молодец. У меня даже лучше. А вот звездочки мне всего три штуки. Ты знаешь, что тогда сделай? Если тебе вот очень хочется блеска, Андрей, в принципе, это нормально, что ты хочешь много блеска. Хотя лучше сделай ленту. Таня одна, а у Тани одна ленточка, а другой бантик. Конфета. А как оно примотается? Как его примотать?
только нас.